Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. И снова у нас трагическая новость. Буквально несколько минут назад Первый канал сообщил, после тяжелой продолжительной болезни, скончался российский актер театра и кино. Он родился 29 сентября 1965 года. Много снимался в кино и сериалах. Исполнил роли в лентах. «Убойная сила», «Дура», «Мур есть Мур», «Бедный бедный Павел», «Спецгруппа», «Омут», «Улицы разбитых фонарей», «Расписание судеб», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Черные волки», «Гончие», «Откричат журавли», «Райский уголок», «Марина роща», «Балабол», «Невский», «Свидетели», «Шеф», «Чужая стая», «Адмиралы района» и множестве других фильмов и сериалов. На 57-м году ушел из жизни российский актер театра и кино Вячеслав Беляев. Причина смерти – онкология. Также работал в Санкт-Петербургском драматическом театре на Литейном. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким актера.